Отечества, души свобода. В нем справедливость, дар от Бога. Стань, Русич, отстоим с тобой. Мать, что зовем своей землей. Они, как вы считаете, они, когда им придет время, когда они овладеют сознанием, вообще выйдут в открытый доступ, и что не те вот точечки, что называется, людей интересующихся, а когда это станет массовым, абсолютно общим знанием? Будет такое время? Конечно, конечно будет. У нас люди бесподобные. У нас очень хороший народ. Есть, конечно, которые сошли с ума, добывая деньги, лишь бы как-то... Думают, что все дело в деньгах. Ну, есть такие, с ума посходили. Дураков-то много. И среди нас тоже. Но очень много людей великолепных. Что тут говорить? Вот сейчас я в Краснодаре был. Я там люблю бывать, в этом крае. Был в станице Баракаевской. Вот, был в станице Вознесенской. Казаки живут вроде бы старым укладом. Они до сих пор, у них круг, они выбирают своих людей, кто управляет ими. Живут бедно, живут, вот уровень такой, знаете, вот, ну, я как попал в 19 век, понимаете, как интересно. Вот. Вы же такой богатый. Богатый, а там не дают, там ничего, не продавать, ничего, там все мафия схватила. Они даже свои продукты, которые у них есть, они продать не могут. У них задарма скупает мафия и перепродает. Им очень тяжело, но... В духовном плане это настолько продвинутые люди, до такой степени, они молодцы, не просто молодцы. Это для них все, что вот я вот делаю, это открытая книга. Они мне сейчас показали кладбище, где лежат скелеты людей 20-метровой высоты. Это что тебе делать? Мы нашли. Я говорю, засыпьте пока. Пока мы свой музей не откроем, это пускай все лежит. Вот. То есть у нас много людей хороших, в Сибири, настоящих, которые думают, мечтают о будущем, вот, мечтают о золотом веке, возрождении золотого века на Земле. Я думаю, это процесс очень скорый. Тем более сейчас... Золотой век только для нашей, для белой расы? Знаете, если белая раса этот золотой век организует, все-таки сможет, да, вот, то и другим поможем, и тем же неграм, и тем же китайцам, потому что как они размножаются, это же надо что-то делать. Ну, вот сейчас ресурсы они соседят, а дальше что? Людоедство сами себя съедят. Они тоже искусственно созданы, но они этого не понимают. Там китайская женщина рожает ребенка, она получает кайф как от хорошего наркотика. Она мгновенно старается забеременеть еще, чтобы поймать кайф. Вот, тут это опять программа генетическая. Очень хитрая программа. Китайцы никогда не были доблестными воинами. Хотя там великие там бойцы, все такое, ушу, там кунг-фу, все такое. На самом деле нет. Они завоевывали мир, размножаясь, как бактерии. Вот так. Ну, и завоевали, можно сказать, часть мира. Сейчас они Америку завоевывают и продолжают завоевывать остальные страны. Сингапур там. Таиланд и все, где они и теперь к нам перебрались, а наши дуры за них замуж выходят. Но это тоже, по-моему, временное явление пока. Вот. Так что впереди время работает на нашу белую, на нашу расу, и думаю, что Германия с Россией скоро объединится на духовном плане. Это будет та же самая страна, что Белоруссия и Россия. А Белоруссия вообще частью станет нашей. Так же, как сейчас произойдет с Украиной. В свое время Украина, лет через 5, наверняка, Украина будет с Россией. Вот эту мразь психопатов, бандерлогов сейчас перестреляют, там серьезно идет война, и ну, тут государство наше не вмешивается и правильно делает, и Путин опять гениальный ход, он войска туда не ввел. Зачем? Хотя очень хотят, чтобы он туда ввел. Тогда да, все, у них там бы сложилось бы на Западе. А он говорит, да нет, ребята, вообще убрал наши войска. Ну там есть казаки. А казакам не запрещено, как кто хочет. Как я ехал сюда, знаете, интересно я ехал. У меня карабин и вот такая вот такой мешок патронов полный. Вот. Ну, я в экспедицию еду, у меня документы, все на карабин. А там надо сесть на поезд, как пройти, как
комиссию, как на самолет. Как на самолет. Там все просвечено. Угу. Я ложу свой рюкзак, там у меня оружие, все. Они глаза выпучили, карабин, патроны. Вот. А я так стою спокойно. У меня тут член Союзописателей документ, этот, Русского географического общества, и у меня карта экспедиции. Думаю, что все, покажи документы на оружие. Я спокоен. Раз, значит, выкатываются, они меня окружили, говорят, сколько там у тебя патронов? Я говорю, это украинцы? Да нет, наши, в Краснодаре. Они не спрашивают, куда еду. Сколько патронов? Я говорю, да у меня там штук, может, 200. И карабин, да, карабин, СКС хороший, военный. Ну, а документы на него? Я говорю, да все есть. Они подходят, а ты куда собрался? Я говорю, да куда? На Украину. А, на Украину. Да какие документы? Да собирайся, езжай. Да добрайся, ребята, это свой мужик. У тебя патроны, может, что подкинуть? Понимаете, да? Вот она русская душа. Может, тебе еще патронов подкинуть? Ты не подходишь, у нас там есть. Причем бесплатно, просто подкинуть. Да мне и так хватит, ребята. Ну, все нормально. Поняли? А, там еще у меня оптический прицел здоровый. Они тоже его увидели, оптический прицел. Вот она, душа русского народа. И сейчас там казаки, конечно, свое дело выполняют очень хорошо. Там спецназ казачий сильный очень. Думаю, что отстоят восточные области, и потом наступление начнется. Объединение, конечно. А вот когда мы с Германией уезжали, когда мы прощались с немцами, с нашими националистами, какие националисты? Разговоры же одни. Они любят просто свой народ, что тут плохого-то любить. Ну, это же нормально, свою расу. Расист. Ну, да не в плане того, что не без топора расист, а просто забота о своем, о своей расе, о своем народе. Это, они же понимают, что если белой расы не будет идей. И желтая раса не потянет. Она работает хорошо в плане готовых идей. А про черных и говорить не приходится. Там уже все. Там, они даже музыку классическую не слышат просто. Они бы рады, да они не слышат. Вот. Так вот, получается здесь такое. Манфред Рёдер, этот их главный националист, главный враг там либероидов, который мне книгу подарил. Вот, про то, что 250 тысяч евреев участники были войны против нас. В два раза больше, чем итальянцев. Евреев немецких. В каждой дивизии были полки, он собрал информацию, все мне отдал. Вот. Он обнял меня и говорит, вместе Россия, Германия непобедимы. Надо все сделать, чтобы были мы вместе, чтобы не было больше той беды, когда вот нас стравливали. Ну, умница, умница. Мы тоже так думали. То есть вы оптимистично смотрите? Ну, конечно, все будет. Сейчас работает время на нас. Сейчас Каганович. Пример Каганович, он был евреем, был иудеем, был зомбированный в свое время библейским проектом, он все это очистил себя полностью, сбросил все эти зомби-программы. Когда ему предложили Лазарю Кагановичу, чтобы он работал на этих наших друзей, там на Чубайсов, на Гайдаров и на всю эту сволоту, он же их послал всех. Он просто их послал, говорит, ребята, вы не по адресу, вы вообще придурки. Время работает сейчас на Россию, вы не знаете закона времени. Сейчас идет все по-другому. Наступил момент рождения нового общества на Земле. Вот он их как послал. Играл в карты, играл в домино, играл в шашки и умер почти столетним. Честный, порядочный еврей, да? Ну, Каганович. Так что вот так.